факультативы. Там, допустим, Александр ведет такие тематические тренинги там, про отношения, там есть массаж, есть очень интересные тематики огнехождения. То есть, казалось бы, ну, что за эзотерика и это, но нет, это вот один из таких способов ярко провести, используя время, пройти определенные свои внутренние страхи, преодоление, поделиться этим. Есть некоторые физические опыты, но это, знаете, такая, наверное, наша слабость, где мы там всякие там шалости допускаем, там, пускание там палец расплавленный свинец, у всех такие вау, что такое. А здесь просто физика. А в прошлом году делали ненютоновскую жидкость. Казалось бы, детская игрушка, и мы думали с Александром, что ну вот там чуть-чуть так. Вот с этим там всяческим очень долго развлекались. Что мы делали? Жгли вулканы, запускали ракеты. Ну, то есть, причем сами участники все это сами готовили, подготавливали. Ну, такие демонстрации некоторых химических, физических опытов. А зачем мы это делаем? Стеклохождение там делаем, даже такое показываем. Но без эзотерической какой-то наполненности, а с точки зрения разоблачения этих фокусов, что вот это физический процесс, любой может это воспроизвести. Это основная идея.